Кадровый запас Ненецкого округа пополнился почти сотней управленцев. В городской администрации вручили дипломы о профессиональной переподготовке руководителей и педагогов городских и окружных учреждений. Они прошли обучение на базе филиала Северного арктического университета в Нарьян-Маре. 520 часов занятий, десятки новых дисциплин и волнительная защита проектов – все это уже позади. Теперь они – дипломированные управленцы. Такая возможность у руководителей и их заместителей появилась год назад, после рабочих встреч окружной и городской администрации с Северным арктическим федеральным университетом. На тот момент уже было понимание, что необходимо сформировать такие новые управленческие компетенции в свете постоянной модернизации системы образования в Российской Федерации, новых требований к управленцам, которые работают в сфере образования. Поэтому программа была разработана фактически по запросу, исходя из потребностей Ненецкого автономного округа. Программа переподготовки включала в себя основные дисциплины менеджмента. Учебные модули были составлены так, чтобы удовлетворить интересы разных групп слушателей, руководителей органов власти, детских садов, школ, дошкольных и культурных учреждений. Итогом многочасовых занятий и практикумов стали проекты. Для начальной школы написан проект «Организация внеурочной деятельности по сохранению национальных традиций». Сегодня эта тема актуальна, потому что национальные традиции должны сохраняться. И, во-вторых, дополнительное образование, оно детям очень необходимо для развития, совершенствования. Проекты изначально задумывались как прикладные, чтобы их можно было воплотить в жизнь. Такие как организация групп кратковременного пребывания, программы развития школ, межшкольное сотрудничество. Современные стандарты образования требуют от руководителя не только исполнительности, но и креативности. Нам, в принципе, было очень интересно потом слушать их проекты, насколько они отработаны, насколько они жизнеспособны, эти проекты. Мы для себя отметили те, которые мы будем дальше развивать, внедрять и помогать внедрять эти проекты. У сотрудничества округа с федеральным университетом есть еще один положительный эффект. Кадровый запас руководителей пополнился почти сотней новых имен. Валентина Чибичек, Леонид Шишелов, телеканал «Север».